Друзья, всем привет из солнечной Испании! Наши прогулки в Барселоне, к счастью, продолжаются, и сегодня мы весь день гуляем и просто восхищаемся городом, этой невероятной архитектурой, а особенно творениями знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Большинство его шедевров были воплощены в жизнь именно в Барселоне и восхищают нас даже сегодня. Его легендарные творения узнаваемы с первого взгляда. Сегодня мы решили совершить нашу прогулку по готическому кварталу. Это центральная и самая старинная часть Барселоны. Именно здесь начал зарождаться город. Квартал состоит из узких улочек, многие из которых закрыты для проезда, и большинство этих строений берут свое начало где-то с 14-15 века. Ну и душа Каталонии, конечно же, находится однозначно именно здесь. Древние римляне, варвары, мавры и первые христиане оставили здесь свой след. Именно здесь короли встречали Колумба, только что открывшего Америку, а юный Пабло Пикассо первый раз представил свои работы публике. Помимо всех этих исторических моментов и красивой архитектуры, готический квартал известен своими традиционными ресторанчиками, закусочными и различными ремесленными лавками и дизайнерскими бутиками. Также в Испании очень вкусная кухня, и мы, конечно же, не смогли пройти мимо этих красивейших и супераппетитных тапас. Это такие себе мини-закуски на любой вкус, и они могут быть как холодными, так и горячими. В некоторых тапас-барах все меню вживую выставлено под стеклом у барной стойки. И надо просто показать, что ты хочешь, и тебе принесут это к столу. От обилия ресторанов и баров здесь просто разбегаются глаза. Особенно в вечернее время в центре города всегда много людей. Здесь вы всегда найдете место, где покушать, выпить, потанцевать. И именно поэтому мы решили сегодня поближе познакомиться с испанским фламенко. Я честно скажу, что я уже была на представлениях испанского фламенко, и я в очередной раз убедилась, что я настоящая поклонница этого чувственного искусства. Фламенко – это возможность увидеть собственными глазами, как люди отдаются во власть музыки, ритма и страсти. Это творчество, которое полностью описывает любовь, одиночество, страсть, боль, радость и счастье. И в этом видео я хочу показать вам некоторые фрагменты самого настоящего испанского фламенко, который нам посчастливилось увидеть сегодня вечером. В Испании не будет особых сложностей с покупкой билетов на представление фламенко. Здесь их достаточно много, и все они по доступной цене. Мой билет стоил 14 евро без ужина и без напитков, потому что у нас в планах был ужин чуть-чуть позже. Все эти представления начинаются в вечернее время и до поздней ночи. Также всегда в таких залах, как правило, имеются бары, и можно заказать себе ужин с представлением, либо можно просто прийти посмотреть это шоу, которое длится в среднем час, ну либо можно просто заказать себе на баре некоторые напитки и наслаждаться всем этим действом в сопровождении вкусного какого-нибудь коктейля. Конечно.
У тебя другой красный цвет, ты Y desde el cumplido, canto y canto tiempo.